Всем привет! Очередной заказик с сайта Мыло Опт. У меня он в пакете, так как проживаю в одном городе с этой компанией и заказывала доставку самовывоз. Пакетик убираю, дабы он нам не мешал, и смотрим товары. Заказала белую мыльную основу Англию, 1 килограмм, стоил всего 99 гривен. Дешевле нет нигде, наверное. И 2 килограмма заказала прозрачной мыльной основы Англия, 109 гривен. Цены очень демократичные, всегда заказываю только у них, мне очень нравится. Ну и теперь пойдем сюда в пакетик посмотреть, что у нас за мелочевка тут. Поехали. Отдушки и пигменты. Перламутр бронза. Вот так вот он переливается. Следующий. Перламутр сухой бордовый. Может быть, на видео и не сильно разницу видно, но он действительно бордовый и отличается от бронзы. Ну да, в принципе, видно. Коричневый пигмент. Вот, сравним с бордовым тоже. Цвета классные. Винно-красный, вот тоже рядом с бордовым, цвета отличаются. Это пигмент перламутровый, винно-красный. И последний серебряный, чем-то на жемчужный похож. В принципе, думаю, разница небольшая. А, еще один фиолетовый, но тут он больше похож на, наверное, на винно-красный. Ну, наверное, будем пробовать, в общем, посмотрим. Так, по пигментам все. Теперь жидкий пигмент оранжевый. 10 миллилитров будем пробовать. Дальше. Отдушка черный галстук. Ой, классно пахнет. Нейтральный такой запах. Даже унисекс мне напоминает. Не чисто мужской аромат. Цветочный микс отдушка 10 миллилитров. Сейчас попробуем аромат. Слушайте, супер просто. Цветочный такой классный ароматик. Правда, пипеткой надо будет набирать. Не сильно удобно. Яблочный пирог отдушка. Ой, блин, выпечка такая вот. Мама, детство, все сразу вспомнилось. Яблочный пирог очень вкусная отдушка. Мне нравится. Ромашка полевая. Ну, аромат ромашки полевой, больше ничего не могу добавить. Вот такой свежий аромат, классный. Для букетиков с ромашками очень даже подойдет. Заказывала все отдушки новые, только хлопок вот у меня был. Поэтому буду все пробовать сейчас. Фиалка. Фиалка. Нежный аромат, не насыщенный, а такой тонкий, классный. Ocean Water. Вода океана. Ну, такой аромат, наверное, как в туалете с хорошим ароматизатором. Не, ну, приятный, такой нейтральный. Хлопок. Хлопок приятный, тоже нежный аромат. Мне нравится хлопок тем, всегда его заказываю, что он подходит как и мужчинам, так и женщинам. Вот аромат настоящего мыла и чистой кожи. Овсяное молочко. Очень вкусное овсяное молочко. Немного такой медовый аромат какой-то. Ага, еще вот пигмент жидкий коричневый. У меня коричневый есть, но с другого сайта. Решила попробовать разные оттенки. Тут вот более как шоколадный он смотрится. Вот мне именно такой и нужен. Будем пробовать. Так, фруктайм отдушка. Даже не знаю, аромат жвачки и фруктов совместно. Очень вкусно пахнет. А, еще пигмент тоже еще один голубой, жидкий. Но тут вон такой темно-фиолетово-синий, кажется, поэтому будем пробовать его в деле. Ну, в принципе, вот и все. Спасибо за внимание.